Всем привет, с вами Inform TV. Немногие знают, но у популярного российского актера Сергея Безрукова, помимо двоих детей от второго официального брака, есть еще двое внебрачных. Их мама – питерская актриса Смирнова Кристина. Новость о том, что у актера подрастают дети в Санкт-Петербурге, появилась сравнительно недавно и была сродни грому среди ясного неба. Ведь на тот момент мужчина состоял в официальных отношениях с Ириной Безруковой. Причем новость о детях просочилась в прессу совершенно случайно. Ее поведал отец Сергея. Сам же актер постарался, чтобы об этой истории побыстрее забыли и информацию никак не подтверждал. Впоследствии Безруков все же раскрыл тот факт, что у него есть внебрачные дети – дочь Саша и сын Ваня. Сергей познакомился с Кристиной на съемках фильма «Есенин», и именно там завязался их роман. Она была начинающей актрисой, но сейчас она не снимается. Сергей также признался, что настоящие отцовские чувства и вообще радость отцовства он ощутил только после рождения дочери от второго брака, а когда появился еще и сын, то радости не было предела. Вот уж, наверное, женщине, которая родила ему старших детей, было очень приятно это услышать. Сейчас он с удовольствием занимается воспитанием этих детей, Маши и Степы. Про Сашу и Ваню он тоже вроде бы как не забывает, даже познакомил их со своей нынешней супругой. Анна приняла детей и нашла с ними общий язык. Правда, вместе они редко показываются на публике. Точнее сказать, это было всего один раз на шоу Ильи Авербуха. Кроме этого совместного фото на шоу, практически нет никаких напоминаний о присутствии детей в жизни актера. В основном мужчина делится фотографиями Марии и Степана. О детях от Кристины он по-прежнему мало упоминает, хоть и говорит, что очень их любит. Причина того, что о них мало упоминаний сети, в том, что они в настоящее время не живут в России. Кристина вышла замуж за британца и покинула родину. В настоящий момент она вместе с детьми живет в Великобритании, и детки уже подросли. Александре уже 11, а Ивану 8. По словам отца актера, расстояние не мешает Сергею поддерживать с ними отношения. Он оказывает им материальную помощь и по мере возможности навещает. Дедушка детей тоже их очень любит и общается с их матерью. Сам Безруков признается, что тема внебрачных детей для него является весьма болезненной, и он старается всячески ее избегать. Именно поэтому он даже запрещает газетам и телевидению публиковать какую-либо информацию о них, ради этого даже готов судиться. Объясняет актер это тем, что излишнее внимание прессы может негативно сказаться на психике детей. А как вы считаете, правильно ли он делает, что скрывает этих деток? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!